Россияне не хотят переноса новогодних выходных дней на майские праздники. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн». Прямо сейчас расскажу подробности. Опрос ВЦИОМ показал, что только 3% россиян высказались в пользу переноса новогодних выходных дней на майские праздники. Об этом сообщает агентство «Москва». Уточняется также, 4% россиян введение каникул считают удачной идеей, однако недовольны количеством избыточных дней. Специалисты рассказали, что сейчас каждый третий россиянин введение длительных январских каникул вовсе не поддерживает. По информации издания, идею поддержали люди в возрасте от 18 до 44 лет. В качестве противников выступили россияне от 60 лет и старше. На этом у меня все. Следите за новостями столицы и не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!